Привет, друзья! Сегодня я расскажу про маркеры, которые заказала в Китае на AliExpress. Мы рассмотрим их плюсы и минусы, а также немного порисуем. Самый большой плюс этих маркеров – это цена. Один маркер Touch или Pro маркер стоит в районе 300 рублей, а Copic еще дороже. Если покупать по одному маркеру, это недорого, но, как правило, для работы двух маркеров не хватает, и хочется иметь более богатую палитру. Поэтому я взяла набор из 36 китайских маркеров, который обошелся мне в 1900 рублей. Если вы тоже начинаете и не знаете, будете ли вы рисовать маркерами, это отличный вариант попробовать этот материал и понять. Но есть и минус. Китайские маркеры смешиваются между собой хуже, чем фирменные маркеры. Это может быть не критично, все зависит от выбранной вами техники и того результата, которого вы хотите добиться. А теперь давайте сравним маркеры. Давайте заглянем в мой скетчбук. Все эти рисунки сделаны с помощью китайских маркеров. Как видите, со своей задачей они справляются. А сейчас мы с вами порисуем китайскими маркерами. Я думаю, что мы порисуем с вами космос, который вы так любите. Ну, примерно сделаем какую-нибудь такую работу. Поехали!
Такая работа у меня получилась. Она мне даже больше нравится, чем предыдущая. Мне нравится рисовать как китайскими маркерами, так и фирменными, а иногда я их смешиваю. Надеюсь, мое видео было полезным. Всем спасибо, пока!